крошка домовой и лис. Стой, останови поезд, ты не можешь дальше проехать. Нет, мой состав пойдет именно по этому перегону. Между прочим, он совсем новый, его только недавно построили. Так, теперь действительно пришло время спать. Нет, сейчас же Рождество, и мы абсолютно не устали. Да, да, именно так. Мы совсем не устали. Нам еще надо во двор отнести кашу для домового. Она до сих пор верит в домовых. Вообще сдвинутая. И совсем я не сдвинутая. Крошка домовой существует в реальности. Ты его где-нибудь видела? Скажи, а? Мама. Дочка, не позволяй другим навязывать тебе свое мнение. Даже если ты чего-то не видел, это не значит, что этого не бывает.